Гриша, мы едем слишком быстро. Пап, а почему мы выехали из города? Ты же говорил, что покажешь свой родной город. Гриш, прошу тебя, сбавь скорость. Пап. Сынок, изменились обстоятельства. Мне нужно срочно вернуться домой. Но я не хочу в Латвию, я хочу еще побыть здесь. Гриша, кто это? Спокойно, спокойно. Мама? Все будет хорошо. Осторожно, держись! Может, еще не поздно все отменить? Класс, не начинай. Я уже все решил. Сейчас придет нотариус и покупатель. Я не начинаю. Просто я, как твой юридический консультант, хочу предложить все хорошенько обдумать еще раз. Это не самое выгодное предложение. А у меня нет времени ждать самого выгодного. Тогда как другу тебе скажу. Этот дом – это последняя память о твоих родителях. Ты здесь вырос, чувак. Ну и вообще-то твое единственное имущество. Костян, ты знаешь, я не отступлюсь. Продал бизнес, продам и дом. Добрый день, господин Круп. Позвольте представить вам господина и госпожу Штайн, покупателей вашего дома. Твои новые документы. На имя Илья Ветер. Поздравляю. Костно ты даешь. Почему Илья Ветер-то? Звучит как исполнитель шансона. Есть немного. Зато не нужно имя менять, только фамилия. Так, ключи от твоей новой тачки. Будет ждать тебя на парковке в аэропорту. Мы что, летим разными рейсами? Мне придется вылететь раньше на день, чтобы все смотреть. Смотри, чувак. Тебя будут очень серьезно проверять. Поэтому все личные вещи, все документы, которые бы могли указывать на твою настоящую жизнь, должны остаться здесь, понимаешь? Да не волнуйся, проверил уже все 100 раз. Точно? Да, все чисто. Документы все здесь? Хорошо. Оставим у меня в офисе в сейфе. Подожди, я этот... Отказ Соболева от ребенка? Да, здесь. Отлично. Так, кулон. Ну вот, я же говорил. Забудешь? Не забыл. Ну ладно, чувак. Давай постараемся вернуться живыми. Погнали. Не бог. Ну, Соболев, гад. Витя, какого черта, а? Марин, что ты тут делаешь? Ты уходишь из дома, ни свет, ни заря. Во-первых, успокойся. Слушай, у меня сегодня очень важный день. Мне нужно сосредоточиться, побыть одному. И в-третьих, я вообще не обязан перед тобой отчитываться. Это все. Не повод не брать трубку. И еще. Где деньги? Какие деньги? Деньги со счета фонда. А, ну конечно же. Зачем жена может приехать к любимому мужу? Только из-за денег, да? Я только что пыталась перевести средства на покупку нового оборудования в больницу, а на счету ноль. Во-первых, это деньги мои. Я могу их тратить так, как я хочу. Это первое. Во-вторых, они потрачены на свадьбу твоего сына. Знаешь, что твоя будущая невестка попросила? Скрипача из Вены, а? Так что подумай, что тебе важнее. Твой фонд или свадьба сына? Витя, не надо перекручивать. 2 дня подождешь.
А журналистам соврешь, как обычно. Тебе не привыкать. Ну и сволочь же ты, Соболев. Зато кормлю вас. Сволочь. Дома поговорим. Слушай, ну это будет лучшая свадьба в Химске. Гости во фраках, журналисты, оркестр. Прям настоящий бал. Надо заскочить еще в цветочный и выбрать бутоньерки. Окей. Ты че, слепой? Девчонки. Нормально? Извините, ради бога, я не заметил. Что, права купила, ездить не научился? Мы целые, но как-то надо осторожней. Я просто засмотрелся. Да засмотрелся он. Ты знаешь, кого ты чуть не сбил? Оль, успокойся. Короче, ладно, пошли, я тут на работу, опоздай, меня уволят. Может, вас подвезти? Да сейчас, придурок! По тонкому льду хочешь, Витёх, по тонкому. Сегодня-завтра подпишем договор с инвестором, получим бабки и купим эти фильтры. Никто никогда не узнает, что честные не работали. Нет, нужны запасные варианты. Пронюхают журналисты, и тебе хана, и мне тоже хана. Мэр, я закрыл глаза на такое. Слушай, не надо мне этим тыкать, ладно? Я над этим работаю, я думаю об этом день и ночь. Приедет эта комиссия от грантодателей и меня спросит, а где денежки на честные сооружения? А действительно, а где у нас денежки-то, а? Господин мэр, не знаете? Доброе утро, Кирилл Андреевич. Пап. Здорово. Извините за опоздание, не мог отказать дочери мэра в одной важной услуге. Смотри, Богдан, ты я проверил. Сядь, не маячь. Упокой души рабов твоих, отца моего, матери моей, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Мам, пап, благословите на то, что задумал. Ну что? Господин и госпожа Круг, приветствую вас. Здравствуйте, юноша. Доктор. Доктор. Надеюсь, вы с хорошими новостями. Исключительно с таковыми. Анализы Ильи весьма оптимистичны. Скоро ваш сын действительно сможет ходить. Спасибо. Ты слышал? Ну. Пап, а если я быстро встану на ноги, то ты возьмешь меня с собой? Сынок, я иду по работе. Обещаю, когда вернусь, мы обязательно съездим в Португалию. Посмотришь на океан. М? Я хочу с тобой. Илюш, ты хочешь поехать, чтобы видеть своих настоящих родителей? Я права? У меня одни родители. Это вы с папой. Ну, было бы интересно на них посмотреть. Спросить, почему они меня бросили. Потому что я калека. Илюша, ты не калека. Я бы хотел приехать и показать им. Смотрите, вы меня бросили, а я могу ходить. Не мстите за себя, возлюбленные. И я воздам, говорит Господь.
И все-таки, пап, инвестор со стороны – это очень стрёмно. Что это за человек? Кто его знает? Можно ли его вводить в руководство завода вот так сразу, со старта? Служба безопасности его проверила. Ничего особенного. Илья Ветер, 30 лет. Изучал химическую промышленность в столице, потом бизнес-школа в Англии. Так. Наверное, просто мальчику надоело сидеть на чемоданах с родительскими деньгами. Ну и решил поискать себе приключений. А приключения мы ему сделаем. И деньги его очень нужны. А я, пожалуй, бы копнул поглубже. Как-то все гладенько. Неправдоподобно. Мы работаем над этим, работаем. Знаешь, ведь я, пожалуй, останусь. Посмотрю, что за птица. У меня нюх на всякие подставы. Да, Костя. Чувак, ну ты когда будешь? И тебе доброе утро. Доброе, доброе. Я на этом заводе гребаном уже целый час торчу. Сходил его вдоль и поперек. Кстати, есть кое-что интересненькое. Так когда тебя ждать-то? Да все, здесь я уже захожу. Здравствуйте. Добрый день. Вы что, меня преследуете? Меня зовут Илья Ветер. У меня назначена встреча с Виктором Арсеньевичем. Я инвестор вашего завода. А это мой юрист. Костя. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам на производство, Илья Валерьевич. Позвольте ваши вещи. Пожалуйста. Пожалуйста. Я сам. Виктор Арсеньевич вас уже ждет. Илья Валерьевич, ну, наконец-то, наконец-то заждались. Так, разрешите представить? Кирилл Алексеевич, мэр города Химска. Лично приехал с вами, так сказать, познакомиться. Какая честь. Химзавод – главное предприятие не только для Химска, но и для всей области. Так что внимание всей нашей обл.администрации приковано к нему. Ясное дело, что и мое. Так, Богдан Викторович, вице-президент нашего предприятия. Илья Валерьевич. Можно просто Илья. Очень приятно. Константин Дмитриевич, мой юрист. О, очень приятно. Привет. Так, ну что, давайте присядем. В ногах, правда, нет, как говорится. А у вас тут уютно. Приятно встретить ценителей современного искусства. Войца Кричевский, если не ошибаюсь. Оформлением кабинета занималась моя мама. Я-то думал, это возня обычная. На самом деле, оказывается, современный художник. Ну что ж, будем знать. Ну ладно, даже если и войцах. Так, чай, кофе? Кофе, пожалуй. Оленька? Итак, это план инвестиций, который я готов вложить в ваш умирающий завод. С чего вы взяли, что он умирающий? Я уверен, вы навели во мне справки, так что давайте не будем. Вам повезло, что я люблю сложные задачи. Но если вы не готовы подписать контракт прямо сейчас, то в соседней области есть тоже интересное предприятие. Ну, вы знаете. Но вы у нас тоже не единственный кандидат. Богдан! Илья Валерьевич, извините моего сына, он еще неопытный. Нам очень интересны ваши условия. Первый транш я готов перевести сразу после подписания контракта. Прекрасно. Но мне нужен реальный контроль. Какая-нибудь реальная должность на этом предприятии. Пускай это будет не президент, но хотя бы вице-президент. Секунду, секунду. Вице-президент у нас уже есть. Это я. Другой нам не нужен. Ну, а дела завода говорят обратное. Если бы вице-президент работал, то завод бы не оказался в такой финансовой яме.
Илья Валерьевич, зачем такая спешка? Не поймите нас неправильно, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вами, но даже для того, чтобы составить этот договор, ну, потребуется минимум неделя, правильно? Ну, об этом можете не волноваться. Контракт уже составлен, осталось только подписать. Позвольте. Ой, чуть не забыл, Илья Валерьевич. Константин Дмитриевич, вы же с дороги. Может, нам пройти на ланч, и там продолжим нашу беседу в неофициальной, так сказать, обстановке, а? Хорошо. Мы тогда с Константином Дмитриевичем погуляемся, освоимся. А вы тут обсудите, обдумайте. И через час встретимся. И после ланча я жду окончательный ответ. Прошу. Илья Валерьевич, я хотела извиниться за сегодняшний инцидент. Простите, ради бога, я правда не знаю, что на меня нашло. Пожалуйста. Да забудьте. Сам оденется. Я понятия сам не имею, что между вами произошло, но лично я... Помогите, пожалуйста, на месте моего шефа, все бы вам простил. Да я уже по глазам вижу, что он вам простил. А если нет, благодарю, то поверьте, я на него имею огромное влияние. Пойдем ну, уже. Влиятельный мой. Всего хорошего. Сегодня у вас очень красивые серьги, кстати. Под глаза просто фантастика. Спасибо. До свидания. У меня в отделении уже 3 человека с одинаковыми симптомами. И у всех проблемы с дыхательными путями. Вы же понимаете, что это все выбросы завода. Серный ангидрид. Нужно сообщить в облздрав. Послушай, Андрей Юрьевич, давай ты будешь делать свою работу, а я свою. Твое дело лечить, а решать, кому и что сообщать, буду я. Иди, пожалуйста, работать. Иди. Это что такое? Что? Ты почему не готов? Журналисты уже собрались. Давай, переодевайся быстрее. Я жду. Только давай я сделаю для тебя кофеек. Давай. У меня коньячок есть, так что мы чуть-чуть капель. Какой коньячок? Ты что, издеваешься? Предлагаешь мне пьяной перед журналистами выступать? Так. Ну и что он натворил опять? Ничего, Чистяков. Тебя это не касается. Значит, я прав. Хорошо. Сейчас переодевайся, спускаемся. Богдан, ты уже не маленький. Ты вице-президент завода, как-никак. Угу. Уже почти бывший. Временно, временно. Так что лепить все, что в голову лезет, не надо. Думай. 100 раз подумай, прежде чем сказать. Слушай, пап, если ты такой умный, что тогда завод задница? Ну что ты понимаешь? Ладно, сынок, мне этот инвестор тоже не нравится, но нам бабки нужны. Жуть, как нужны бабки. Сегодня нужны. А если он узнает, для чего вам эти бабки? А заодно, сколько здесь было своровано и кем? Бла-бла-бла-бла. Пап, ты, может, не понял? Я не собираюсь уступать свое место. По-моему, это ты не понял, что тебя вообще никто не спрашивает. Может, тебе поработать начальником производства, чтобы матчасть изучить? Засранец! Виктор Алексеевич, позволь совет. Давай. Разговаривай с моим будущим зятем, как с маленьким. Богдан в состоянии принять взвешенное решение, которое всех устроит. Да, конечно. Если это временно. Вот и правильно. Вот и молодец. Хороший парень. Давайте выпьем, а то у меня как-то настроение уже начинает портиться. Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в нашей областной больнице. Мы сегодня собрались, чтобы поблагодарить нашу замечательную, прекрасную Марину Соболеву и ее фонд. Именно Марина Соболева дала нам возможность оборудовать семейную палату. Теперь наши женщины смогут там находиться более комфортно вместе со своим новорожденным ребенком и мужем.
Спасибо, Павел Олегович. Ну, на самом деле, это и ваша заслуга. Павел Олегович консультировал нас, и мы выбрали самое современное оборудование. Кстати, в новой палате уже поселилась молодая семья с новорожденной дочкой. Да. Останьте поближе, пожалуйста. Да, да, конечно. Конечно. А вот так. Вот так. Для общего фото. Я не буду у него рожать, я его ненавижу, я видеть его не могу. Марусь, ну кто знал-то? Ну я же тебя для лучшего сервиса в столицу привез. Отвези меня в другую больницу. Ну да ладно тебе, ну встречались вы с Пашкой, ну было и прошло. Слушай, ну разве это сейчас важно? Сейчас важно, чтобы ты родила. Витя, найди мне другого врача, я тебя заклинаю, найди мне. Ну где я тебе ночью другого врача найду? Пашка дежурный врач, другого придется долго искать. И вообще успокойся, ты это, дыши. Подскажите, а почему приостановили вторую поставку? Это из-за проблем на заводе вашего мужа? Что? А вы по поводу продолжения закупок? Их действительно пришлось приостановить, но это буквально на пару дней. Это из-за заболевших рабочих? Деньги пошли на их лечение? Марина Владиславовна, это правда, что химзавод, которым руководит ваш муж, травит весь город? Дорогие друзья, я хочу сказать, если вы хотите еще застать счастливую семейную пару до их выписки, то, пожалуйста, следуйте за мной. Кстати, в этой семейной палате сейчас находится молодая мамочка, так что вы можете с ней пообщаться. Пойдемте, пойдемте со мной. Почему я все время должен спасать шкуру твоего мужа? Проходите, прошу вас. Прошу, прошу вас. Прошу, прошу, проходите. Проходите, заходите. Я рад, господа, этому перспективному сотрудничеству. Ну, что ж, в честь, так сказать, подписания взаимовыгодного контракта, приглашаю вас на банкет. Так сказать, надо обмыть сделку обязательно. Я подумаю. А что думать? Ресторан в той же гостинице, где вы живете. У нас радость. Моя дочь выходит замуж за Богдана, и в честь, так сказать, помолвки мы устраиваем небольшой банкет. Ну что ж, тогда не прощаемся. До вечера. До вечера. Поздравляю. Всего хорошего. Поздравляю. До свидания. Обязательно надо было их приглашать. Фу, пронесло. Слушай, как же вовремя эти упыри нарисовались своими бабками, а? А то, не дай бог, эта комиссия еще бы накопала. А какие-нибудь факты из нашего светлого прошлого. Я тебе так скажу, что наше прошлое осталось прошлым. Гришка Круг погиб, царство небесное, а кроме него свидетелей больше не осталось. Если, конечно, не считать этого врача-алкаша. А ты не очкуй. У меня в кармане. Че ты? Че ты? Не сиди у меня на столе, плохая примета. Ну что, Илья Валерьевич, дорогой, бахнем шампанского за нашу гениальную встречу. Заметил, какие в этом городе прекрасные, красивые девушки. Просто глаз радуется. Кстати, и кормят очень вкусно. Я тут одну кафешку нашел недалеко. Минут 5 от гостиницы, ты шампанское доставай и эти бокальчики, чтобы было еще выпить. Вроде нормальная забегаловка, стулья пластмассовые, но самое главное – это отношения. Тут тебе улыбнутся, и доброе слово скажут, и самое главное – повар. Готовит так, что просто пальчики оближешь. Где у тебя здесь можно, брат, руки помыть, а? Вон там. Угу. Я буквально 5 минут. Теперь слушай меня внимательно. Ты понимаешь, с кем мы имеем дело, да? Это бандит. Я это понял еще на сделке, но
Жучок, это тому доказательство. Это я один сейчас нашел. А сколько их по номеру, неизвестно. Короче, в номере о делах мы не говорим. Но и молчать тоже нельзя. Это подозрительно. В общем, все планы меняются. Ты от меня не отходишь, ни на шаг. Я все время рядом с тобой. Ты же завтра хотел в Ригу. У тебя же дела. Дела, дела. Подождут. Видишь, какой замес. Я сегодня понял, что именно Соболев дал команду устроить ту аварию. Ну, это понятно, что Соболев такой персонаж, что ради выгоды по трупам пойдет. Но почему он именно Крукова решил убрать? Это я и хочу выяснить. Но в любом случае, это какие-то финансовые вопросы. Аварию ведь подстроили после того, как твой отец представлял банк на форуме. Спасибо, что рассказал. А то я не знал. Да, и надо выяснить про эту секретаршу Соболева. Молодая девчонка. Может, они любовники. Она, кстати, на тебя запала. Да? Угу. Видел, какие у нее эти брюлики? Наверняка какой-то хахаль подарил. Может, сам Соболев. Кстати. Ладно, брат, пойдем, а то подозрительно. Ты помнишь, ты там. Ну что, братик, открыл? Да нет, я тебя жду. Ну, правильно, открывай. Выпьем за нашу сделку, чтобы все у тебя пошло хорошо, как по маслу. Давай. Ты профессионал или кто? Что значит ничего не нашел? Нет на него ничего. Стерильный этот ваш ветер. Стерильными коты только бывают. А ты, значит, плохо искал. Рой еще. Я могу не ограничивать себя в методах. Делай, что хочешь. Но чтобы на этого щенка нашел как можно больше. Чтобы все нашел. Все. Понял? Давай свободен. Витя, подпиши. Нарядилась-то. Как куда? На банкет? Что, не нравится? Значит так, чтобы я тебя на банкете не видел и не слышал. Поняла? И еще. На работе я для тебя Виктор Арсеньевич. Поняла? Виктор Арсеньевич. Запомнила? Угу. Вот. Умница. Виктор Арсеньевич. Подвезите меня, пожалуйста. На такси доедешь. Вы выбрали очень сложное произведение. Соната Рахманинова дается не каждому музыканту. Что? Извините, я не знала, что вы ценитель классической музыки. Обижайте. Я люблю Рахманинова слушать с детства. Особенно мне нравится эта соната. Си бемоль минор, если я не ошибаюсь. Просто это так непривычно и приятно встретить в Химске человека, который разделяет мои вкусы. Вы тоже не из Химска? И да, и нет. Я родилась здесь, но живу в столице. Поэтому, когда приезжаю в любимый город, так хочется поговорить с кем-нибудь о музыке. Что ж, я готов вас сопровождать в любом городе, чтобы поговорить с вами о музыке. Кстати, я тоже немного умею играть. Прошу.
Да, кстати, я не представился. Меня зовут Илья Ветер. Дина. Очень привет. Как насчет... Ну, подыгрывайте. Я хочу еще раз извиниться перед вами за то, что чуть вас не сбила ваша подруга. Как она, кстати? Не уволили ее? Спасибо. Все хорошо. Дина, не составите мне компанию выпить чашечку кофе? Вы знаете, я бы с удовольствием, но я сегодня играю на банкете, а мне еще необходимо выучить этот пассаж. Ну, в этом я тоже могу вам составить компанию. Вы мне извините, но мне еще надо успеть переодеться. Ну что ж, тогда не прощаемся, потому что я тоже приглашен на этот вечер. До вечера. До вечера. Ты? Тебе тоже не хворать, Павел Олегович. Войти позволишь? А тебе не позволю. Ты один? Ну. Давай. Не пью. А ты знаешь, что на заводе еще трое рабочих отравились? В курсе. Они в реанимации, и мои врачи их откачивают. Ты что, сюда пришел? Только для того, чтобы сообщить мне то, что я и так знаю, да? А что ты такой борзый стал, Паш, а? Ты серьезно? Правда? А мне надоело тебя прикрывать. Я больше не буду. Не хочу. У меня вот здесь сидит. Ты вообще знаешь, что начальник реанимационного отделения хотел сегодня Минздрав сообщить? Пусти! Паша, а ты сдерживай своих подчиненных. Зря, что мы тебя с Лебедем главврачом назначили. Пусти! Не беси меня, Паша. Альфа, не беси меня. Не беси меня, ты это сделаешь! Я же учусь на акушера-гинеколога. Да плевать! На носки! Давай. Что случилось? Кто его-то? Давай. Вот. Ребятки, с ним комбината попались, несговорчивые. В больницу его нельзя, ментам стуканут. А Лебедь вспомнил, что ты в мединституте учишься. Давай, Пашка, говори! Да заткнись ты! Слушай меня внимательно, Пашка. Мы все равно его больше никуда не довезем. Так что в твоих интересах нашего друга подлатать. Или оба будете в речке плавать. Ладно. Нужно закипятить воду, простерилизовать нож, и я попытаюсь вытащить пулю. Давай. Ребят, он не дышит. Че это? Походу нашего дружбана мочканул. Я же говорил, он в больницу. Он много крови потерял. Ух ты. А это что такое, Пашка? Маринка из Польши привезла. Маринка привезла? А ну-ка, сдернули. А ты стой. Вот так. Отлично. Хорошо. Ну все, сам себе могилу вырыл. Держи. Одевайся, Пашенька, машину поведешь. Пашка, а ты знаешь, что мне Маринка твоя нравится? Спи себе с ней. Рядом не видел. Усек? Усек! У меня тоже на тебя кое-что есть. И Марине уж точно это не понравится.
Хочешь, Паш, я тебе кое-что напомню. За 20 лет ты помог списать нам 5 жмуриков, а доказательства-то остались. Так что ты будешь молчать и писать правильные диагнозы. Ну, если, конечно, не хочешь отправиться к этим. И еще. Сегодня на банкете ты должен быть вменяемым. Будешь общаться с журналистами, улыбаться, рассказывать приятные слова обо мне и о Мэри. Паш, завязывай с алкоголем, а? Я думаю, что все пройдет скромно, сдержанно и в кругу самых близких. А какой бюджет свадьбы? Небольшой, как бюджет Химской. Шучу. Нам известно, что на заводе, президентом которого является ваш сват будущий, произошел выброс химикатов. Пострадала экология города, и поговаривают, что даже детям не советуют выходить на улицу. Очередной информационный вброс. И все-таки жители города неоднократно видели карету скорой помощи возле завода. Дамы и господа, я лично был на заводе и во всем быстро разобрались. Оказалось, двое рабочих пострадали из-за нарушения техники безопасности. Их личная безответственность привела их на больничную койку. Вы меня простите, мне нужно пообщаться с дочерью до начала мероприятия. Спасибо всем. Угощайтесь. Мариночка, потрясно выглядишь. На пару слов ко мне дама скучает. Ты напугал меня. Ты знаешь, я ведь тоже не люблю толпу. Ну и зачем тогда пришел? Ну так, чтобы тебя увидеть. Вот, в этих умопомрачительных сережках. Погоди, погоди. Это что? Бриллианты? Можно вот... Пойди, дорогие, наверное, на эти деньги можно содержать целую неделю отделения больницы. А? Ну все, все, все. Ну извини, ну неуместная шутка. Паша, бывает. Пойди лучше проспись. Коньячку сделай. Вить, ты что такой смурной? Да этот Гиппократ меня беспокоит. Слушай, не пора с ним расстаться, а? Рано, Вить, рано. Установишь правильное оборудование, встретишь комиссию, проводишь ее. Вот тогда и Пашей займемся. Или у тебя полно главврачей, готовых подписывать правильные диагнозы? Слушай, как бы нас не подставил. Да ладно, расслабься. И мне дай отдохнуть. У наших детей такое событие. Так, за детей. Прошу тебя, съешь что-нибудь. С таким приветствием кусок вряд ли у горла полезет. Правда, глаза колют? Да ну вас всех, слушай, вы задолбали со своими замечаниями. Будешь? Папа. Папа, папа, на.
да, и вот когда это произошло. Ну да, мы тогда созвонились и... Да. Идем, я тебе подставлю. Илья Валерьевич, здравствуйте. Очень рада вас видеть, что вы нашли все-таки время. Разрешите представить? Моя жена Марина Владиславовна. А это вот Илья Валерьевич, наш инвестор. А это Константин Дмитриевич, его юрисконсульт. Очень приятно. Вы долго проводите в городе? Непременно посетите наш художественный музей. Илья Валерьевич, может, вам выпить принести? Нет, я чуть позже. А я, пожалуй, выпью. Музей по вашей рекомендации обязательно посещу. Ольга Павловна, я просто ослеплен, я ранен в сердце. Чувствую, даже придется обратиться за медпомощью к вашему отцу. Глядя на ваше платье и выбранные вами картины в кабинете супруга, не сомневаюсь, что у вас есть чувство прекрасного. Да, то кто оплачивает этот прекрасный? Шутка была неудачная. Как вы устроились вообще? Номер. А вы уже знакомы с моим отцом? Ясно. Ну, тогда остается только надеяться, что такие комплименты вы говорите не всем девушкам. Нет, что вы. Только самым красивым. И у которых отец врач. Дорогие гости этого ошеломительного вечера, вы должны быть в курсе, что все эти красивые и важные люди собрались здесь не просто так, а по поводу важного и серьезного события – помолвки молодых. Итак, встречайте. Встречайте, встречайте! Богдан и Диана! Сергеич, да. Концепция поменялась. Ага. Комиссия приедет раньше. Да, но мы не готовы. Да ты что? Ага. А я не знал. Значит так, сделай. Привет. Сделай все, чтобы никто не усек, что оборудование очистное все это время не работало. Виктор, понял? Виктор Арсеньевич, при всем уважении, но это невозможно. Я тебе сейчас объясню, что такое невозможно. Невозможно запустить это очистное оборудование завтра, как просил мэр. Но я решу эту проблему, я его запущу. С твоей помощью, понял? Виктор Арсеньевич, я понимаю, но... Свободен! Да, Кирилл Алексеевич? Обижаешь, какая самодеятельность. Да все будет нормально к приезду комиссии. Не впервой. Ладно, я должен идти. Сына... Зять этого будущего поздравить. Давай.
Ты куда? И тебе доброе утро, Витя. Постой! Что? А, я забыл. У нас сегодня день траура. Слушай, вот когда ты перестанешь нас мучить, а? Ну, я-то ладно, ну ты бы о сыне хотя бы подумала. Какая же мать, а? Слышишь? Оставь Богдана в покое. Мы с тобой 100 раз это обсуждали. Я ходила и буду ходить к сыну. Тем более в этот день. У тебя один сын, его зовут Богдан, и день рождения только у него. И запомни это! В отличие от тебя, я помню, что у меня могло быть 2 сына. Дура. Поздравляю, Витя. 2 сына у тебя. 2 няшки. Молодец, Клифосовский. А чё грустный такой? Чё, устал? На, на. Поправь здоровье. У одного из них врождённая патология берцовой кости. Так. Дело серьёзное. Нужна сложная операция, длительная реабилитация. И всё равно гарантии, что мальчик будет ходить, никто не даст. В смысле? Калека, что ли? Не исключено, что будет прикован к инвалидному креслу всю жизнь. Ты мне это, Гиппократ, уши заливай. Ты накосячил, падла. Он нормальным родился, а ты это, покалечил его? Я же говорю, это врожденное. Ладно, давай я дам тебе время все обдумать и... Сядь. На черта мне, пацан, калека. Давай попозже подойду. А ты пока с женой побудь. Она знает? Нет. Ну вот и не узнает. Чего вылупился? Давай, тащи бумаги. Будем оформлять отказ. Ты чего, Витя? Марина в жизни не откажется от своего ребенка. Конечно, не откажется. Ты ей скажешь, что один пацан после родов умер. Она будет думать, что подписывают разрешение на похороны. А на самом деле ты ей подсунешь отказ. Я не буду принимать участие в этой мерзости. Паш, ты чего? Я же жене не хочу жизнь ломать. Для нее так будет лучше. И тебе жизнь я не хочу ломать. Если надо, сделаем. Сделаем? Сделаем. Так что готовь бумаги. Я знал, что сегодня найду тебя именно здесь. Зачем ты меня искал? Не надо было. Ты знаешь, я часто думаю, как бы сложилась наша жизнь, если бы 30 лет тому назад Нет никакой нашей жизни. Ты главврач, я директор благотворительного фонда. Нас связывает только работа, вот и все.
Мариночка. Ты сделал свой выбор много лет назад. Я должен тебе кое-что рассказать, очень важное. Я должна подготовить праздник для сына. Давай в следующий раз. В следующий раз может быть поздно. А мама где? Мама? Ну, мама, сам знаешь, где у нас. Понятно. Это что? Кстати, сегодня вечером ужин по-семейному, не забудь. Мы с мамой, вы с Диной посидим, выпьем. Пусть Дина это подпишет перед вами. Ты нормально читаешь, пап? Она не будет это подписывать. Ты должен защищать семью от всех рисков. А я и думаю о семье, пап. Дина моя будущая жена. Наши проблемы ее не касаются. Все, поехали, мне встреча. Или так. Поздравляю, родной. Спасибо. А ну-ка сядь. Давай, 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 давай. Счастья тебе, здоровья и ни в чем себе не отказывай. Ты помнишь, да? Разрешение я тебе оформлю. Зачем мне это? Я не собираюсь никого. Ты можешь не собираться, но люди есть разные. Я как друга тебя прошу, возьми. И мне спокойнее. И ты здоровее будешь. Да? Да. Привет. Привет. Опаздываю на встречу, забыл договора. Они у меня на столе? На столе. С днем рождения. Спасибо. Оля, а что это за... С днем рождения! С днем рождения, милый! Спасибо. Ты знаешь, это дерево любви. И я подумала, что когда мы построим дом, мы его заберем, и оно будет расти вместе с нашей семьей. Но тебе не очень понравилось, да? Ты что? Нет, очень. Креативный подарок, правда? Кстати, и да. Я очень опаздываю на встречу, но... Прям очень. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Пойдем сильнее. Ну, понравился? Кажется, не очень. О, Диночка, какое совпадение. А мне с тобой поговорить нужно. На 5 минут можно в кабинет? Душа моя, ну что ты так улыбаешься? Скромней, скромней. Садись, садись. Ну что, Дин, во-первых, я очень рад, что скоро вы станете частью нашей дружной семьи. И очень хорошо, что мы с вами встретились случайно до торжественного ужина. Да, я тоже очень рада. С днем рождения, сын, у вас. Спасибо. Кстати, о дне рождения. Я тут, в общем-то, хотел сюрприз ребеночку-то сделать. Ну, что-то закрутился. В общем, ситуация вышла из-под контроль. Какой сюрприз? Я вчера что подумал? Ну, Боди у нас большой человек, поэтому его жена должна заниматься чем-то большим и красивым. Ну, например, благотворительностью. И вот
почему бы тебе не помогать Марине Владиславовне с ее фондом, а? Вау. Это хорошая идея. А Марина Владиславовна не будет против? Да что-то напротив. Она будет рада. Я тебе скажу по секрету. Мариночка в последнее время стала себя плохо чувствовать. Ну и, конечно, ей тяжело нести этот фонд на себе, тащить. Ей нужен помощник или помощница. Представляешь, как Бодя будет рад, если этим человеком будешь ты, а? Богдан очень гордится тем, что делает фонд Марины Владиславовны. Для меня это была бы честь. Ты знаешь, я совершенно случайно сейчас был у нотариуса и подготовил документы. В общем, только твой автограф и ты в наблюдательном совете фонда. Ты почитай, ознакомься на досуге и потом подпиши. Конечно, лучше бы в идеале, но это уже, знаешь, если бы ты сегодня подписала. Но все-таки сюрприз. Да, это было бы лучше. Да, я... Да-да-да, на каждой странице, а? Да. Ага. И еще вот, еще один. Угу. Второй экземпляр, пожалуйста. Что-то не так? Нет, я просто задумалась. Mm. Это будет хороший подарок. Конечно. Все. Диночка, спасибо. Спасибо тебе. Боди будет очень благодарен за этот сюрприз. Да. Mm-hmm. Ну что, я тогда пойду? Да. Не смею задерживать, как говорится. Вечером увидимся. Да, до вечера. Да. До свидания. До свидания. Вообще, чувак, тебе нужно следить не только за своими словами, но и за поступками. Ты о чем? Просто имей это в виду. Я со своей стороны позвоню своим бывшим коллегам, разузнаю побольше о заводе, потому что не нравится мне это. Соболевы точно что-то задумали, а мэр с ними заодно в доле. Да, скорее всего. Ну, а потом помогу тебе разобрать, изучить документы вице-президента наш. Так, Костян, побудь здесь, ладно? Ну, ты куда, брат? Ну? Дина! Ну, я понял. Осмотрюсь сам. Как продвигается подготовка к свадьбе? Платье уже выбрали? Да. Мы с подругой собираемся в цветочный магазин выбрать букет невесты, а остальное все уже есть. А в свадебное путешествие куда поедете? На Бали. На Бали? Странно, не ожидал от вас. Я очень хотела в Вену, потому что там удивительные музеи и театры. Богдан был против. Да, вы с ним разные и по характеру, и по интересам. Мне кажется, неправильно это с вами обсуждать. Простите, просто я в вашем присутствии теряюсь. Могу лепнуть что-то. Извинения принято. Но если вам очень интересно, то мы с Богданом дружим с самого детства. У наших родителей общие бизнес-интересы. И нас буквально поженили, когда мы были маленькие. Я даже не представляю рядом с собой другого мужа. Дин, я хочу вас кое о чем попросить. Да? О, я знаю этот мост. Правда? Да. А кто эти мальчики? Это мой папа и его друг Паша. Папа родом из Химска, и это его любимое место. Он обещал, когда я вырасту, что мы обязательно приедем туда, он покажет мне это. Обещал, но не свозил. Да, он умер, когда я был подростком. Вы не могли бы меня туда отвезти? У меня есть идея получше. Можно ваш номер телефона? Конечно. Чувак, ну ты, конечно, красавец. Нашел время, когда за барышнями ухаживает. Еще и за какой. Я тебя поздравляю, все уже приехали на завод. Так что мы сегодня время упустили. Что, будем ждать до завтра? Не надо никого ждать. Пойдем. На пролом? Пожалуйста. Вот. Здесь у нас синтез. Вот там дальше теплообменное оборудование. Все, естественно, сертифицировано. Сертификаты соответствия мы можем все предоставить. Добрый день.
Скажите, а где... где честные у вас? Ну, честные вообще-то там, но сейчас они на профилактике, и туда доступ ограничен. Что, для вице-президента тоже? Знаете, это не моя зона ответственности. Приказ генерального, и ни меня, ни вас туда не пустят. Это факт. Ну, спасибо. Вы свободны? Мы тут прогуляемся немного. Все, давай. Да. Вход только по личному распоряжению. Начальника охраны. Строго у вас тут. Ну что ж, я тогда за разрешением. Здравствуйте. Прикрой меня. Что сейчас сделаешь? Сейчас сигналка сработает. А чего? Поднимется кипиш. Пойдем, пойдем. А я в этот момент посмотрю, что у них. Давление в норме. Оля, собирайся, надо к нотариусу сходить. Бумаги кое-какие подписать. Хорошо, Виктор Арсеньевич. Главный инженер принес на подпись. Спасибо. Ты для кого так вырядилась? Для меня или для дружка нашего нового вице-президента? Чего ты глазками хлопаешь? Я видел, как ты вчера на него до банкета смотрела. Просто глаз не спускала. Ты что такое говоришь? Конечно, для тебя. Точно? Ну да. Да. Где? Что здесь? Отойди! Это... Что случилось? Не знаю, Виктор Васильевич, не знаю. Разбираемся, выясняем. Давайте! Сергеич, ты где? А? Что? Иди в четвертый цех, посмотри, что там. Линия остановилась! Чего-чего! Мигом сюда! Быстро! Ты сам видел эти акты? Видел, видел. Подписывай.
Так не пойдет, Виктор Алексеевич. Я с вами честен, а вы от меня скрываете правду. На заводе не работает очистное оборудование. Так, Илья Валерьевич, сначала успокойтесь. Сядьте, сядьте. В ногах правды нет. Да, очистное оборудование временно не работает. Оно на профилактике, мы просто меняем фильтры. В чем проблема-то? В чем? Да. Я не хочу, чтобы деньги, которые я вкладываю в завод, вылетели в вашу дырявую трубу. Минуточку. Про какую вы тут дырявую трубу говорите? Куда они вылетят? Да, оборудование старое, но оно еще, знаете, переживет нас с вами. Вот мы сейчас закупили очень дорогие импортные фильтры. Мы их поменяем, и все. И вообще, по-моему, сейчас взаимовыгодно не поднимать шума из-за этого. Правильно? Тем более, если комиссия грантодателей узнает об этом, то вам, как новому вице-президенту, тоже придется отвечать. Грантодатели? То есть вам уже выделялись деньги, чтобы вы старое оборудование заменили на новое? Чтобы выбросы соответствовали экологическим стандартам, а вы этого не сделали? Извините, у меня срочное сообщение для Виктора Арсеньевича. У нас снова ЧП, еще 3 человека, однозначно отравление. Иди. Так, у нас небольшие проблемки. Давайте часа через полтора я вернусь, и мы оговорим все. Да, алло. А это вы? Да, минут через 15 где-то. Где вас забрать? Ну вот, это тот самый мост. Да, спасибо вам. Для меня это очень важно, увидеть этот мост. Правда, мне как-то неловко быть здесь с вами. Да перестаньте. Мне тоже волнительно, но я вам очень благодарен. Спасибо. Мне не трудно. Простите. Да? Привет. Послушай, праздничный ужин отменяется. Да на заводе проблемы. У меня тут... Прости, я тебе вечером все объясню, ладно? Все, целую, пока. Кажется, я уже никуда не тороплюсь. Вечеринку отменили. Как жаль. Хотя ваше присутствие мне приятно. Вы расстроены? Нет. Не знаю. В последнее время все как-то странно. Так почему для вас так важно было это место? Фотография, которую я вам показывал. Здесь они с другом поклялись в вечной дружбе. Чтобы она была такой же крепкой и железный, как этот мост. Юношеский максимализм. Да. А мне кажется, это снимали вот там. С того Откуда? Места. Вот оттуда, между деревьев, мне кажется, очень похоже. Кажется, все-таки пора ехать. Да, давайте я вас отвезу. Спасибо. Значит, он под меня копает, да? Да я его самого зарою. Прямо на территории завода. О, Кирилл Алексеевич, я сейчас все объясню. Я знаю. Весь город знает. Установит эти гребаные фильтры. Ну, куплю и установлю в тот же день. Ничего, ничего. Порут и забудут. Ну, а если эту парашу все устроил твой инвестор? А я с этим разберусь. Ты меня знаешь. Я разберусь. Если из-за него что-нибудь вылезет, я твой зад прикрывать не стану. У меня выбор. Мне тобой заниматься не досуг. Не вылезет.
Он противогаз под него нароет. И мы ему просто объясним, что не надо лезть не в свои дела. Виктор Осинович, ну я тогда приступлю. Давай. Найди мне все про этого щенка. Давай, давай. Вить, давай в следующий раз без сюрпризов. Это же в твоих интересах. Здрасте. Добрый день. Дина Кирилловна. А? Вот. Курьер для вас принес. Я извиняюсь, просмотрел, опасного ничего нет. Книга. О, спасибо. Как он успел? Все надо вернуть. Пап. У тебя через неделю свадьба. Ты забыла? Я помню. Да хорошо, что помнишь. Семен? Да. Организуй доставку. Не надо. Можно я верну сама? Это будет хотя бы вежливо. Ну, хорошо. Общаться с ним больше не будешь. Нам скандалы не нужны. Да. Оля, зайди. Да, что случилось? Ты документы от нотариуса принесла? Нет, я не успела. Сегодня звонков было много, я завтра поеду. Сегодня. Сегодня, сейчас бегом за документами. Уволю к чертовой матери, дура! А почему у вас вода на полу? Все сделаем, будет порядок. Добрый день. Здравствуйте. За давлением следите? Следим, конечно, как должно быть. Четверочка держим. Активнее, активнее работаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотри на меня. Послушай, слышишь меня? Срочно домой, к врачу, лечиться, мы тебе все оплатим. Давай, 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 бегом, помогите ему. Замени его. Игорь, иди сюда, замени! Алло, привет. Я там высылаю тебе фотографии. Хочу, чтобы знал весь город. Действуй. Привет. Привет. Заедем на место? Заедем, садись.
Что случилось? Надо поговорить. О чем? Об этом. Не успел этот козел приехать в город, как занял мое рабочее место. Может, он еще и мое место в постели занял? Что? Как ты можешь обо мне вообще так подумать, а? Давай так. Давай ты придешь в себя, а потом мы поговорим. Приди в себя? Да. Это все, что ты можешь сказать? Пусти меня! Что это? Ничего. Сюда, сюда. В знак моей благодарности за этот день. Я хотела это вернуть. Трахается лучше, чем я? Стой! Пусти меня! Я должен прийти в себя? Я должен прийти в себя? Мне больно, Богдан! Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь со мной? Ты ведешь себя как шлюха! Ты шлюха! Алло, да. Я уговорила, он все оформил. До свидания. Дина! Дин, ты где? Прости меня! Дин, давай нормально поговорим! Дин! Здравствуйте, Олечка. Что такая красавица делает так поздно? У вас что-то случилось? Могу помочь? Так, понятно. Приглашаю вас выпить бокальчик хорошего французского вина. Это очень помогает в конце рабочего дня. Поверьте, многолетнему опыту. Привет. Садись, ужинать будешь. Что? Ты послал своего пса следить за мной? Я так живу, как на витрине. Можно было хотя бы на кладбище дать мне побыть одной? А по-моему, ты тут не одна. По-моему, тут еще тот, кто тебя бросил и свалил в столицу. Вот после этого я тебя подобрал. Нет, это не он. Подобрал? Подобрал, девочка моя. Я не вещь, Соболев, ты понял? И еще, я очень благодарна Паше за его сочувствие. Потому что тебя со мной рядом на кладбище ни разу не было.
Спасибо. Приятного. Спасибо. Вкусно. Угу. Хочешь, секрет тебе небольшой раскрою? Давай. Я люблю секреты. Я сегодня должен был улететь в Ригу. По делам. Так и чего остался? Из-за бардака этого на заводе? Из-за тебя. В смысле? Любишь секс? В смысле, коктейль. Секс на пляже. Ты любишь? Люблю. Молодой человек, один коктейль, секс на пляже, пожалуйста. Ну вот, уже улыбаешься. Тебе идет. Спасибо. Ну расскажи мне, кто расстроил такую красавицу? Шеф. Наорал на меня ни за что, ни про что. Ну, бывает. Но он тебя ценит как сотрудницу? Ну, идиот этот ваш. Виктор... Арсеньевич. Арсеньевич. Мне кажется, тебя надо ценить. Понимаешь просто, в чем дело? Я же секретаршей к шефу нашему устраивалась, а не к мэру. Ну да. А они постоянно вдвоем какие-то свои дела решают, с документами заставляют возиться по всему городу. Ну, в общем, не мое это. Давай о чем-то другом. Да, конечно. Давай. Спасибо. За встречу. За встречу. Кого там еще принесла? Дина? Павел Олегович. А Оля дома? Оли нет. Что-то случилось? А ну, давай. Проходи. Ты что, плачешь? Тебя кто-то обидел? Ну? Нет. Что? Ну, говори, девочка. Мы с Богданом поссорились. Ну и что? Такое бывает. Послушай, ну, перед свадьбой у всех нервы на пределе. Все нормально. Раздевайся. Давай. Просто он приревновал мне. Ничего, он парень импульсивный. Давай, проходи. Присаживайся. Вот здесь. Давай, аккуратно. Все. Дыши, да, ровно. Но у нас с Ильей ничего не было. Ничего быть не может. А Богдан просто вспылил непонятно почему. Начал на меня кричать. Начал хватать меня за руки. Понятно. Ну, а он тебе нравится? Кто? Ну, Илья твой нравится? Илья? Ну? И что же мне делать? Я не знаю. Ты сама должна ответить на этот вопрос. Не знаю, прислушайся к своему сердцу. Иначе всю жизнь будешь жалеть.
Эдвард, где же он? Кто-то рылся в моих вещах. Пропал кулон. Какой кулон? Это мамин подарок. Там была их с папой фотография и надпись. Илюша от любящих родителей. Кулон с фотографией твоих родителей. Они по этой фотке тебя на раз определят. Ты прав. Так что едем? Ты поезжай. Ты и так сделал больше, чем я просил. А я останусь, доведу дело до конца. Я выведу Соболева на чистую воду. Скоро весь город узнает, что завод травит людей. Ой, вляпались мы. Почему мы? Только я. А вот это сейчас обидно было. Я друзей в беде не бросаю, ясно? Ты не обязан. Обязан. Ну что, тогда погнали. Сегодня комиссия приезжает. Это уже сегодня? Да. Ты, время как летит-то, господи. Я все равно посажу Соболева. Ну ты же понимаешь, если сядет Соболев, сядет и Дина. Напомню, что по этому контракту у них равный партнерский пакет акций. Но она явно не понимала, что подписывает. Не имеет значения, понимала, не понимала. Соболев. Я уже в курсе, разберусь. Ты только не расстраивайся, главное. Я вообще-то завтракаю. Это ничего? Нормально? Значит, это правда. Ты травишь рабочих весь город. Объясни, пожалуйста, что ты лезешь в мое дело, а? Тебе какое дело, а? Тебе заняться нечем? Ты занимайся своими прямыми обязанностями. То-то у нас благотворительница. Вот и благотворительствуй! Боже мой, ты на себя посмотри, ты в кого превратился? 5 человек вот в больнице лежат. Так пусть фонд вот бабла даст на их лечение. Что, жалко, да? Жалко? Собачек лучше будем спасать. А вот 5 человек, лечите их! Ну ты подлец, Соболев. Ну, конечно, я подлец. Я подлец, ты у нас хороший, ты у нас добренькая. А кто твою доброту оплачивает, кто бабло дает на твои фонды? Ты? Я! Вот смешно, здорово, да? Я даю! Она добрая, я плохой! Все, остынь, мам, успокойся! Да ладно, пусть продолжает.
Он же иначе уже не может, только унижать и давить. Мам, ну ты тоже не права. На заводе реальные проблемы. А то, что пишут в газетах, это провокация. А устроил это все Илья. Ты вон сына послушай. Вот если бы ты меня тогда послушал, ничего бы этого сейчас не было. Пожалуйста, заткнись. Ладно? Я хочу в своем доме спокойно пожрать с утра в тишине. Ты понял? Да мои люди уже собирают эти листовки и газеты по всему городу. Не знаю, вряд ли. Слишком много напечатали. Старались. И как это можно замять? Я понимаю, что выборы. Уже и столичных политтехнологов пригласили. Ну, будем думать, как это выкрутить в свою пользу. Папа. Да. Ты знал? Ты знал и ничего не сделал? Не до тебя сейчас. Здравствуйте. А мне нужна Дина Лебедева. Сейчас, секундочку. Дина Кирилловна. Здравствуйте. Это вам передали. Вот. Вот здесь. Распишитесь, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Человек, а вы куда это? Мне нужно навестить кое-кого. Сюда посторонним нельзя. Я не посторонний, я вице-президент завода. Сегодня поступил наш рабочий, мне нужно его навестить. Да хоть премьер-министр. Здесь, между прочим, не проходной двор, а медучреждение. На заводе у себя будете командовать, ясно? Да. Прошу покинуть этаж. Простите, но... Вы все равно туда не войдете. Вы действительно вице-президент завода? Да, я вице-президент завода и... Да как ты вообще посмел сюда явиться, а? Ничего святого нет! Ну, мам, простите, у нее муж там. Люди травятся. Когда вы уже нажретесь этих денег, а? Правда, глаза колет, да? Люди травятся, сказать нечего в свое оправдание. Что происходит? Илья, это вы? Успокойтесь, что... Зайдите ко мне. Ой, и это же с ними заодно! Чтобы вы сами все потравились, вы и ваши дети! Заходите. Что вы здесь делаете? Я приехал навестить рабочего, которого недавно привезли. Зачем? Что значит зачем? Я вице-президент завода. Имею право знать, в каком состоянии мои рабочие. Но это распоряжение главврача, не пускать никого из посторонних, кроме моего мужа. Ну и все-таки скрываете, да? А вы не понимаете. Эх, Марина Владиславовна. А еще благотворительный фонд. Какая ирония. Простите. Вы хоть представляете себе на секундочку, что чувствует та женщина, которая стоит сейчас возле реанимации? А мне не нужно представлять. Я сама прекрасно понимаю, что такое потеря. Да. Много лет назад у меня умер сын. Так что боль тех людей в больничных коридорах я прекрасно понимаю. Да как это умер? Извините, я хотел сказать, примите мои соболезнования. Мне ваши соболезнования не нужны, понятно? И у таких сволочей, как мы, бывают трагедии. Я, пожалуй, пойду. Я больше не могу скрывать от его родни, что он мертв.
Ты же слышал, уже слухи поползли по городу. Ничего не надо скрывать. Делай то, что положено. Маш, я просто приехал посмотреть, не пробил ли ты последние мозги и правильно ли пишешь диагноз. Да не могу я! Ну не могу! Ну хочешь, режь меня, на, режь. Ну пристрели прямо здесь. Не хочу, не могу я больше прикрывать вас лебедем. То есть 20 лет мог, а сейчас не можешь. Паша, что случилось? Да, я выписывал свидетельство о смерти твоим бандитам застреленным. Но это же другой случай, пойми. Это погиб неповинный человек. Послушай, ты меня не оставляешь никаких вариантов. Я должен буду тебя посадить. Послушай, я не хочу принимать участие в ваших грязных делах. Да лучше я сяду, в конце... Ты и так сядешь. Ведь я устал бояться. Это не жизнь. Ну хорошо. То есть твоя судьба тебе безразлична, подумай о дочери. Ей каково жить с клеймом, что ее отец убийца в белом халате, а? А что дочь? Она девочка умная. Она в столицу поедет, и там ты ее не достанешь, сволочь. Да никого доставать не буду, Паш, не буду. Я просто в интернет солью, как это сейчас говорят, контент интимного характера, и все. Ты мне только ответь на этот вопрос. Вот где она так научилась кувыркаться? Паш, я вот, я в возрасте, я краснел, Паш, ты представляешь? Я краснел. И главное, легко найти. Набираешь Ольга Чистякова, там такой на экран вываливается, просто... Ну что, и как ей с этим жить будет, а? Ну, мразь же ты. Мразь. Значит так, еще раз повторяю вопрос. От чего умер этот рабочий? Есть важная информация. Излагаю. Это что? Отчинок. Ты проверил, это точно сын Круга? Проверил. Я-то думаю, откуда мне его рожа знакома. За папашку, значит, приехал мстить. Ну-ну. Какие будут указания? Указания, указания, указания. Нюх у тебя волчий, конечно, противогаз. Ты был прав, что решил сменить хозяина. Под товарищем Соболем кресло зашаталось, а меня на повышение в область. Будешь замгубернатора. С проблемой надо разобраться. Понял. Оставь. Понял. Дать рабочее место. Оль, ты присядь. Пап, у меня есть дела. Присядь, пожалуйста. Что? Скажи мне честно, ты его любовница? А с каких-то пор тебя интересует моя личная жизнь? Нет, ты отвечай отцу. Да или нет? Послушай, Соболев, он страшный человек. Соболев, он подонок. Он убийца, ты... Я знаю, он убийца. Скажи, зачем? Ну, объясни мне, зачем? Ну, зачем ты связалась с этим человеком? Как же я мог это допустить? Сам как собачка бегаешь за женой Соболева. Думаешь, я совсем дура? А Марина тут ни при чем. Ну, конечно. Она просто рада держать тебя на коротком поводке. Шлюха. Оленька,
ты прости, я... Оль, я... Оль, погоди, ну что ты? Ну все, 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 все. Все, успокойся, сядь, успокойся. Выслушай меня. Послушай, я знаю, ты поймешь. Ты поймешь меня, ребенок. Выслушай, ты... Понимаешь, я много лет люблю Марину, но я понимаю, что это бесполезно. Ну как же мама? Мы с твоей мамой сделали одну ошибку, когда поженились. Но ты моя дочь. Ты моя любимая, единственная дочь. И я не могу смотреть, как моя дочь рушит свою жизнь. Послушай, увольняйся. Бросай его. Я помогу тебе с деньгами. Я помогу тебе найти новую работу. Обещаю. Пап, он меня не отпустит. Я слишком много знаю про него. Пап, новости хорошие. Фильтр установлен, очистной работает. По выхлопу 5. Комиссия готова. Прекрасненько. Надо лебедя будет обрадовать защитника экологии. Слушай, кстати, как там наш гаденыш-то? Что делает? Да я вообще понятия не имею. У меня и так дело по-моему. У нас проблемы, шеф. Какие? В окно посмотрите. Заблокировали вход и выход. Требуют остановить завод. Если их увидит комиссия, нам крышка. Кто-то должен спуститься и угомонить их, чтобы они разошлись. Пусть твои ребята их разгонят. Не-не-не, пап, ты что? Это силовой разгон забастовки. Ты представляешь, какие последствия будут? Куда вы? Да не работает завод, и работать не будет. Что, проблема у нас, Богдан Викторович, проблема. Какие? Что, фильтры поменяли, но очистные не запускаются, отрабатывает защита. Почему все через задницу тут? Решаем. Ну так ищи людей быстрее и решай проблему. Так, а как, у меня народ весь разбежался. Ну. Ищи людей, решай проблему. Mm-hmm. Да. Алло, Богдан. Богдан, я здесь под заводом, здесь никого не впускают. Ты мог бы ко мне спуститься? Господи, ты-то сюда зачем приехала? Я видела газеты и листовки. Все хорошо, не волнуйся, давай ты езжай домой, мы вечером с тобой поговорим. Товарищи, посмотрите, это же все из-за нее! Это же дочка мэра! Чего вылупилась? Чего смотришь? Если дай не совести! Люди умирают, она смотришь! Чего смотришь, а? Пропустите, товарищи, тихо. Закладки все готов сделать. Успокойтесь, товарищи, кто? Я как раз приехал обсудить положение завода с руководством. Привет. Виновные будут наказаны, я вам обещаю. Ты себя накажешь, ты одним миром мазаный. Завод не будет работать, пока не будет работать очистное оборудование, да? Да! Завод не будет работать! Завод не будет работать! Что я им сделала плохого? Ты ничего. Это правда, что завод травит людей? Ты это знал? Я знаю точно только одно, что в больнице все рабочие с одинаковым симптомом. А Богдан? Богдан знает? Возьми. Да, Кос. Ну ты где, Илья? Комиссия сейчас приедет. Завод работать не будет! Дин, извини, мне нужно срочно вернуться на завод. Давай я тебя подкину домой. Можешь отвезти меня к Марине в больницу. Я очень хочу поговорить с ней. Повторяю, рабочие, которые не вернутся на свои рабочие места, будут уволены. Так пускай Соболев придет, мы с ней пообщаемся. Соболев! Прошу освободить проезд и вернуться на свои рабочие места. Не будет на работе, да! Коллеги, я Богдан Соболев и готов отвечать перед вами вместо отца.
Давайте все решим мирно. Выберем делегатов и проведем переговоры. Да что вас мажор опоздавали? Товарищи, послушайте, сейчас сюда едет проверяющая комиссия. Пускай приезжает, мы с ней пообщаемся, все и расскажем. Если комиссия увидит, что здесь происходит, то завод закроют совсем. И вы останетесь без своих рабочих мест. Да, есть нарушения. Мы над их устранением работаем. Очистные сооружения будут работать, когда? Я вам обещаю. Когда? Скоро! Фильтры уже закуплены. Но сейчас вам нужно вернуться на свои рабочие места. Потому что завод закроет насовсем. Открывай! Открывай ворота! Они манипулируют, это провокация, не поддавайтесь! Завод ну работать что, чувак, не поздравляю. Будет. Ты только что спас шкуру Соболева. Это все из-за девчонки? Кос, не все так однозначно. Пойду Петру с журналисткой. Да, дизайн чего? А, пригласительных открыток нет, пока не печатайте. Когда? Я не знаю, я перезвоню. Да? Дина. Можно? Конечно, какой приятный сюрприз. Проходи. Чай будем или кофе, что? Нет, я... Спасибо. Ты хорошо себя чувствуешь? У тебя уставший вид? Это правда, что в больнице рабочие в очень тяжелом состоянии? Да. Да. Вот это да. Еще благотворительный фонд называется. Еще и меня чуть не втянули в этот ад. Ты права, это настоящий ад. Но что я могу сделать? Вы можете хотя бы уйти. Уйти от этого человека, который ради выгоды травит людей. Если бы это было так просто. Выйдешь замуж, ты меня поймешь. Не знаю. Что значит не знаю? Дин. Дина, не принимай поспешных решений. Мой сын, он любит тебя. И, по сути, это единственное, что у него есть. Ему всегда не хватало моей любви. Не лишай его еще и своей. Куда ты все время лезешь? Ты что, кабинет моего мало? В смысле? Богдан. Еще раз увижу, что ты трешься рядом с Диной, я тебя размажу. Она моя, понял? Твоя? А где ты был, когда ее тут чуть рабочие не разорвали? Виктор Арсеньевич, можно? Заходи. Конверт принесла? Как вы просили. Что это? Что это такое? А? Документы. Ты что его скрывала? Нет. Иди сюда. Ты вскрывал этот конверт? Точно? Точно. Значит, кто-то другой вскрыл, пока ты хлопал своими коровьими бессмысленными глазами. Ну, что ты сидишь? Шмотки собирай, ты уволена, дура. Иди, что непонятно? Хлопает она своими глазищами. Что, здесь не стартует круглосуточно? А здесь Москва. Thank you.
Кузнецов Александр Олегович. Отравление химическим веществом. Серный ангидрит. Виктор Николаевич. Отравление химическим веществом. Привет. Эй, ты чего, малыш? Что случилось? Меня уволили. Да ты что? Почему? Ну, малышка. Орал на меня за то, что я вскрыла конверт с документами. Я не трогала этот конверт, он всю ночь лежал в сумке. Нет. Ну, то есть, да, я... Но там, малыш, там не все так однозначно. Я именно поэтому и пришел, чтобы объяснить тебе. Ты меня использовал? Да нет, ну что ты? Там не все просто, ты пойми. Тварь. Я... Ну, Оля, это... Это так кажется только. Простите, вы... А что вы здесь делаете? Ваши слова просто... Они не выходят у меня из головы. Я тоже в детстве потерял родителей. Мои соболезнования? Спасибо. Я думаю об этом каждый день и из года в год. У вас что, никого не осталось? Ни братьев, ни сестер? Нет, я был один. Меня усыновили. А потом, когда мне было 10, мои приемные родители погибли. В автокатастрофе. Ужасно. Мне искренне жаль. А это могила моего сына. Я тоже думаю о нем. Каждый день. Знаете, его принесли мне всего на несколько минут. А потом забрали. Муж настоял, чтобы малыша похоронили в закрытом гробике. Думал, что мне так будет легче. Вы что, его не видели во время похорон? Всю жизнь потом жалела, что не попрощалась с ним по-человечески. Но у вас же счастливая семья, муж... Сын, скоро внуки будут. А я только на могиле сына могу быть с собой. Илья, в этом мире столько лжи, я так устала. Я очень устала. О, Диночка, очень рад. Ты ко мне или к Боде? Я к вам. Слушаю. Я все знаю про настоящие липовые диагнозы. То, что вы делаете, это мерзко.
Милочка, не тебе меня судить. Ну, во-первых, я вам не Милочка. А во-вторых, я сделаю все, чтобы вас сняли с должности. Вы не имеете права управлять заводом. Угу. Если шевельнешься, сама пойдешь на дно. Минуточку. Ты вообще смотришь, когда подписываешь? Что ты подписываешь? Особенно то, что напечатано мелкими буквами. А? Брачный договор? Да. Но есть нюансы. У меня юристы от Бога. Так вот, согласно этим бумагам, равный партнерский пакет акций завода принадлежит, знаешь, кому? Тебе. И судя по дате, ты эти бумаги подписала 1,5 года назад. Так что захочешь навредить мне, сама сядешь. В суде вы ответите за махинации с документами. Послушай меня! Дочка, я тебе не советую идти в суд. У тебя папа очень хочет стать губернатором. А после того, как ты подложишь ему вот эту свинью, он не только губернатором, его директором столовой в заводе никто не возьмет. Вот такая сэляви получается. Ждешь? Я тебе звоню, ты трубку не берешь. Богдан. Что? Ты знал, что твой отец обманом заставил меня подписать брачный договор? Что? Держи. Дин. Ты предал меня. Никакого свадебного путешествия не будет. Дин. И свадьбы тоже. Дин! Дина! Ты снова здесь? Рабочие разошлись, но тут небезопасно. Давай я отвезу тебя домой. Прибуду уверен, что с тобой все в порядке. Только не домой, пожалуйста. А куда? Я покажу. Поехали. Какой папа выделяет? Чуть-чуть любит. Тебя сильно любит. Ты... Боже! Что ты такое? Ты садись, на, кушай. Ты кушай, давай. Да, я уберу. Пап. Согласна на усыновление моего ребенка. Спасибо, что привез. Не за что. А куда я тебя привез, Дин? Что это за дом? Это дом моей бабушки. Когда мама была жива, мы часто приезжали сюда.
А потом не стало мамы, не стало бабушки, а продать дом как-то рука не поднималась. Ты уверена, что тут тебе не будет страшно? Да, уверена. Спасибо тебе. Не за что. Одиноко? Да, спасибо большое. Дин. Дин, подожди. Дин. Пацана надо убирать. Пока он не накопал, кто завалил его отца и почему. А никто никого не валил. Несчастный случай на дороге. Такое бывает. Несчастный случай? С бывшим директором завода, который вы Соболевым отжали. Че ты дергаешься? Че ты дергаешься? Подождем, понаблюдаем, что он дальше будет делать. Вы это можете и подождать. Не вы же всю работу сделали. И если эта история выплывет, я один отвечать не буду. Да ты что? Ты молодец какой. За шкуру свою боишься? Не боюсь. Просто надо подумать, как его по-тихому убрать. Подарим ему еще одну ночь. Сведи. Когда мы с мамой приезжали к бабушке, то мы по ночам всегда чаевничали. Всегда. Бабушка для этого выращивала специальную мяту. А мама готовила свой фирменный яблочный пирог. Ты знаешь, я ведь в Химск приехал совсем за другим. А теперь понимаю, что мне это не нужно. Почему? Давай уедем вдвоем. Начнем новую жизнь. Я согласна. Да. Я согласна уехать с тобой куда угодно. Только сделать это нужно прямо сейчас, чтобы никто не начал искать. Перед этим мне надо поговорить с Богданом. Все-таки он ни в чем не виноват. Я должна сказать ему, что свадьбы не будет. Угу. Слушай, Дина. Я должен задать тебе один вопрос. Только ты должна ответить на него честно. В этом доме есть что-нибудь поесть? Я голодный, как волк. Пойду что-нибудь поищу. Чай без сахара. Это будет лучшее чаепитие в моей жизни.
Добрый вечер, Богдан Викторович. Добрый, я к Дине. Так ее нет. Хозяина нет. Как нет? Где она? Я не знаю, они уехали. Врешь. Честное слово, когда я вас обманывал, Богдан Викторович? Всю ночь продолбались, но запустили. Так что комиссия может еще раз приезжать. Хотя проблему так и не решили. Фильтры новые, а оборудование старое. Надо бы поменять. Хорошо. Ладно, спасибо. Иди отдыхай. Извините. Пожалуйста. До свидания. Что это? Это украшение, которое ты мне дарил. Свадьбы не будет. Стой. Я прождал тебя у дома до 3 ночи. Где ты была? Богдан, тебя это больше не касается. Ты была с ним? Да. Почему он? Потому что он не обманывал меня и не предавал. Да вы не беспокойтесь, оно еще 100 лет проработает. Нет, нет, будем все менять. Конечно, со временем все поменяем, а фильтры стоят новые. Да вы не волнуйтесь, все оборудование в рабочем состоянии. Даже аварийное электроснабжение предусмотрено. Ему век с носа не будет. Ну, вот видите, все нормально. Эй, инвестор, блин. Поговорить надо. Ну хорошо, занимайтесь своими делами. Я вас найду. Благодарю. О чем поговорить? Зачем тебе Дина? Баб мало. Ты ведь и так у меня уже все забрал. Все. У тебя есть родители. Это главное. Цени их. Откуда тебе знать, что для меня главное, а что нет? Что ты вообще знаешь о моей жизни? Помоги!
хоть помните, что сорвались с высоты? Конечно, родились рубашки, это понятно. Чудом удалось спасти вашу ногу. Есть, конечно, повреждения мягкой ткани, и пришлось наложить швы, но жить будете. Да. Вот, тут на рентгене видно, что у вас искусственный сустав. Что, какая-то травма? Нет, это врожденная патология. Очевидно, операция была тяжелая и очень серьезная. А где вам ее делали? В Латвии. В Латвии? В Латвии делают такие операции. Паш, мы сделаем все, чтобы он был счастливым. Ты же знаешь, Паш. Да. Марк к нему уже очень привязался. А ты меня заблёшь? Соберем все бумаги и сразу уедем. В общем, спасибо тебе, Паша, что в нашей жизни появился Илюша. Ходить я буду. Что? Да, да, конечно, если будете слушать предписание вашего лечащего врача. Вот, вы выздоравливаете, мне пора идти выздоравливать. Да. Спасибо. А вы куда, Танечка? Извините, Павел Олегович, я к пациенту. Вот тут в его вещах нашли телефон и фотографию. Старая, наверное. Боимся, что потеряются. Позвольте. Танюшенька, а вы верите в то, что Господь Бог прощает грешников, если те каются? Я не понимаю, о чем вы, Павел Олегович. Ну да, конечно. Вы идите. Идите, работайте, у вас много дел. А я телефон и фотографию все сам передам пациенту. Идите, идите. Пашка, давай поклянемся, что будем дружить всю жизнь. Не предадим никогда друг друга. Клянусь. Клянусь. Покури пока. Расшумелся тут. Да, Витенька? Ну, я о твоих проблемах слышал. По интернету уже гуляет видео, где твой сыночек оставляет иссякающую кровь человека. А как я смогу тебе помочь? Никак. Это уже не замнешь. Большой шум поднялся, Витя. Так что давай со своими проблемами как-то сам. А я мараться не буду. У меня выборы. А при чем здесь Зина? Ты что, вообще страх потерял, Соболев? Ладно, я помогу тебе. Я сказал, помогу. Гнида. Не шуми. Не слышно ничего, твою мать. Алло, противогаз. Значит так, я придумал, как нейтрализовать мальчишку. И пора тебе уже официально поменять хозяина. Так что давай через час на нашем месте. Да, там тебе все расскажу. Ну, будь. Я к тебе по личному делу. Ну? Тут такое дело, в общем, мне позвонил друг. У него пациент с провалами памяти. Непонятно, кто и откуда. А у него есть предположение, которое нужно срочно проверить. Короче говоря, очень срочно нужен тест ДНК. Очень срочно. Ну, несите ваши образцы, Павел Олегович. Поможем вашему другу. Ну, все, спасибо. Ты же знаешь, я в долгу не останусь, Михайлович. Знаю, знаю. Да. Марина!
Привет, Марин. Я как раз к тебе зашел, хотел поговорить по поводу этого транша. Мариш, ты в порядке? Я не в порядке, Паша. Ну что ты, не переживай. Богдану помогут, а этот ваш инвестор, он в порядке, я только что у него был. Правда, он вряд ли будет подавать заявление. Это я всем виновата. Тише, тише. Ни в чем ты не виновата. И Богдан твой, он парень славный. Ну, ошибся, а кто без греха? Ничего, мы вместе что-нибудь придумаем. Паша, это видео, оно уже везде. Ты понимаешь? Будя, он очень ранимый. Это только кажется, что он как отец, он совсем другой. Это его сломает. Да не сломает. Ну, успокойся ты. Марин, послушай, Мариночка. Ну, хочешь, я сделаю так, чтобы все подумали, что все произошло неосознанно. Не знаю, напишем ему. Был в состоянии аффекта, нервный срыв. Я не знаю, люди его пожалеют и не будут осуждать. Господи, как же все это мерзко. Прости мне мою слабость. Ты самое главное держись, милая. Тебе надо быть с ним сейчас. Это больше как никогда. Ну что, я пойду? Иди, Паша, ради Бога. Извини. Телефон бывшего вице-президента выключен. Наши журналисты не попали на территорию завода. Как сообщает пресс-служба полиции, рассматривается версия мести. Накануне пострадавший инвестор сместил с должности Богдана Соболева. Куда собралась? К нему в больницу? Да. А скажи мне, тебя не смущает то обстоятельство, что ты вот недавно провела с одним мужчиной, в твоей жизни тут же появился другой? Пап, я разберусь как-нибудь сама, хорошо? Откуда ты знаешь? Я все знаю. Я твой отец, я должен знать все, что происходит в жизни моей дочери. Пап, я люблю его. Ну, сядь. Сядь, я сказал. Любишь? Ну, это поправимо. Дочь, ты знаешь, что его отец? Я знаю, что его отец родом из этого города. Кем он работал, я понятия не имею. Какая разница, пап? Его отец когда-то управлял химпромом. Ну, до тех пор, пока Витя Соболев не прибрал его к своим рукам. И что? А то, что Илья приехал мстить. А ты просто способ подобраться поближе к семье Соболевых. Но это неправда. А ты тогда спроси его, кто разбросал листовки и газеты по городу, и кто журналистам стукнул. А главное... Главное, понимает ли он, что из-за этого договора скандалы ударят и по нашей семье. Так, ты знаешь про договор? Угу. Значит, ты понимаешь, что Илья тут ни при чем, потому что это договор, это дело рук Соболева и Богдана. Поэтому тебе лучше разобраться с ними. Я разберусь. Я с ними обязательно разберусь. Мне просто обидно, что моя дочь не понимает, как ее используют. Хорошо, я хочу это услышать от него. Я думаю, ты побудешь дома, чтобы не наделать глупостей. И с тобой побудет Семен. Нет. Семен! Присмотри за ней. Понял. Вы здесь будете? У себя. Пожалуйста. Виктор Арсеньевич, может быть, чай, кофе? Не надо ничего, Ирина. Виктор Арсеньевич.
отстранены от руководства. На предприятии явно не выполняются правила безопасности. А Богдана Викторовича ждут судебные разбирательства. Кстати, а он где? Не знаю. Его никто не видел. Передайте сыну, что скрываться бесполезно. Его все равно найдут. И в любом случае отвечать ему придется. Ну, я не знаю, где он. Реально не знаю. Только не надо нервничать. Мы ж не из полиции, а всего лишь уполномоченная комиссия. Подпишите протокол, Виктор Арсеньевич. Да. Ты где? В мотеле? Да, в мотеле. Спрятал. Пап, я не знаю, что делать. Что делать? Сопли не распускать. Сиди там спокойно и не высовывайся. Когда все успокоится, я тебя наберу. Заплачь еще, да? Мамка пускай тебя жалеет. Тебе вообще надо было в женскую гимназию отдать в детстве. Ну что, что, что? Ничего. Будь мужиком. Будь мужиком, как я тебя учил. Поднял глаза и вперед. Ты должен быть мужиком, понял? Днем рождения тебя. Ну чего ты? Сейчас мама придет с кладбища, подарим тебе подарок. Мы приготовили. Ну что ты как маленький? Что ты рисуешь постоянно? Хоть подписывать перестал. Маме, папе. Слышишь меня? Да. Ты должен быть мужиком. Запомни, сына, что папка говорит. В этой жизни ты или сопливая жертва, или хищник. Смотри, смотри. Ты некоторые вопросы без крови решить не можешь. Да, пап, ты прав. Нечего сопли распускать. Я все исправлю. Арсеньевич. Че тебе? Тут ваша жена приходила, вот оставила, просила передать. А развод захотела, падла. Но я устрою ей развод. Мало не покажется. Че ты уши-то греешь? Иди работай давай. Не фертите, встала тут. Здорово. Че звал? Пойдем кое-что покажу, пойдем. Видал? Доводилось с таким охотиться, а? Ты мне предлагаешь стрелять пацана из этого? Ну, что ты понимаешь? Это раритет. Кстати, зарегистрировано на Соболева. Витька мне его много лет тому назад подарил по пьяни после охоты. Хочешь, чтобы я завалил из этого? А все подумали на Соболева. Только я работаю со своим инструментом. Сам знаешь. Да. Так что решай. Идея хорошая, но валить буду не пацана. А кого? А тебя.
Это что? Документы на развод, ведь я все решила. Ты решила? А ты своей башкой подумала? Хорошо подумала и долго. История с Богданом – последняя капля. Мой сын – хороший парень, а ты превратила его в свою копию. Послушай, ты, мать Тереза, а ты не помнишь, кто тебе все это дал? Вот так ты меня благодаришь, да? Хрен тебе, а не развод! Понятно? Отпусти ее, сволочь! Чего? Что ты сказал? Витя. Ах ты. Витя. Витя, ах, пожалуйста. Витя! 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 Пожалуйста, Витя! Пожалуйста! Пусти! Ну, Паша. Витя. Тебе, Паша, лучше повеситься. Что ты глазками схлопаешь? Виктор, я... Виктор, Виктор. Витя. Ты в порядке? Что у вас вообще случилось, а? Ничего, просто... семейная ссора. Если что, я у себя. Алло. Это я. Да, привет. Послушай, я пришлю еще один образец. Так вот, его надо сравнить тоже. Алло, Марина Владиславовна? Здравствуйте, это Оля, помощница вашего мужа, бывшая. Мне надо рассказать вам кое-что очень важное. Мы можем с вами встретиться? Сейчас. Хорошо, давайте через полчаса. Я буду в парке, на детской площадке. Договорились. До свидания. Здоров, чувак. Ты напугал меня. Ты чего? Жив? Нормально. Я тебе говорил, не нужно так открыто их провоцировать. Они опасные люди, брат. Соболев-младший вообще отморозок оказался. Дурак непуганый. Он, наверное, свалил с Химска. Ничего, брат, найдут. Я еще своих человечков подключу. Они вообще кого угодно, где угодно найдут. Не переживай. Кос. Дина приходила. Витамин С. Это для иммунитета. Оля, если это про тебя и Соболева, то не утруждайся, я и так все знаю. У меня нет времени на эти очевидные новости. Марина Владиславовна, я бы на вашем месте так не торопилась. Дело в том, что у меня есть один очень любопытный документ, который наверняка заинтересует журналистов. И если вы не хотите, чтобы они о нем узнали, вы мне за него заплатите. Оля, ты о чем? Ваш муж меня с работы выгнал. А это значит, что вы мне компенсируете все моральные и материальные потери. И за отца ответите заодно. Не приплетай к своему шантажу Павла. А вы мне не указывайте. Вы с Витей оба хороши. Один город травит, другая изображает убитую горем мать. Детка, я не знаю, что ты там себе напридумала. Марина Владиславовна, я все знаю. Как же? Марина Владиславовна. Марина Владиславовна. Да. Кого нашли? Противогазы? Так он... Какой огнестрел? Насмерть? Да, я слушаю. Какое ружье?
Мое ружье. Какое мое ружье? Ой, лебедь. Собака. Ну ладно. Война так война. Собака. Операционную. Срочно! Павел Олегович, в курсе? Он отлучился куда-то. Сейчас сообщу. Быстрее, быстрее, быстрее! Она выживет. Простите, вам туда нельзя. Ты что здесь делаешь? Не подходи ко мне больше никогда, понял? Все проблемы из-за тебя, ненавижу. Оль! Оля! А ты уверен? Этого не может быть. Ошибка возможна? Павел Олегович, вы меня обижаете. Ну, когда-то я совершал такие ошибки. Все верно. Ну вот, посмотрите результаты анализа. Вот. Образец один. Кровь вашего пациента. В смысле, кровь пациента друга. Да. Образец два. Женские волосы. Она действительно родственница пациента. А вот образец три. Человека, который к нему не имеет никакого отношения. Боже мой, какой же дурак. Как говорится, только женщина знает, кто на самом деле отец. Куда собралась? В больницу. Пап, мне надо с ним поговорить. Не делай этого. Ты знаешь, если бы мама была жива, она бы не позволила тебе разрушить мою жизнь. Ничего о нем не знаешь. Ничего. Пожалуйста. Ты знаешь, это ведь я отдал нашего сына на усыновление. Сына, которого ты считал мертвым. Но теперь у нас появился шанс. Он вернулся. Наш сын. Сын! Вернулся. И мы начнем все заново. Я обещаю, я все буду делать иначе. Я все буду делать правильно. Я буду тебя любить. Еще крепче. Слышишь меня? Живи. Ты очнись. Очнись, моя хорошая. Прошу тебя. Сделаю все для тебя. Все-все. Если бы ты знала, как я тебя люблю.
А у меня для вас есть подарок, который заставит вас почувствовать себя гораздо лучше. Конечно. А что это? А это у нас... Вот, это реальные диагнозы рабочих, которые попадали в нашу больницу. Утверждают, что все они отравились на заводе. Да. Вот, А это мое чистосердечное признание, из которого видно, что я скрывал улики под угрозой Виктора Соболева. Вы уже понимаете, что если эти бумаги попадут в прокуратуру, вы сядете вместе с Соболевым? Да. Конечно. Возьмите. Конечно, но я... Я должен был это остановить, я дальше так не мог. Может быть, где-нибудь там мне это зачтется, когда предстану перед судом за свои грехи. А почему ко мне пришли с этим? Да. Да потому что я знаю, кто ты. Правда, Гриша Круг, он был моим другом. И я очень давно когда-то помогал ему с твоим усыновлением. Ну скажи честно, ты сюда приехал, чтобы уничтожить Соболева? Да, я посажу его. Я готов ради этого пойти на все. Готов на все? Даже соблазнить чужую невесту, а потом бросить ее? Папа был прав. Я нужна тебе только для того, чтобы подобраться к Соболеву. Нет, Дин. Дин, стой! Дин, стой! Послушай, надо поговорить. Мне кажется, мы уже все друг другу сказали. Послушай, пожалуйста, извини. Я был неправ, вспылил, погорячился, да. Но сейчас разговор не обо мне, а о Богдане. Ты понимаешь, как ему сейчас тяжело? Давай как-то вместе подумаем, как решить эту проблему. Ты же тоже не последний для него человек. Пожалуйста, ради Богдана, сядем в машину и спокойно поговорим. Все еще и сердишься. Ну, извини, психоном. Ты знаешь, завод для меня это все, это как сын. Как сын. Скоро вы лишитесь этого сына. Потому что ваш подельник главврач больше не будет молчать. И все реальные диагнозы рабочих попадут в руки вице-президента. А уж он проследит, чтобы вы понесли наказание. Ну да. Куда ни кинь, везде клин. Это что такое там? Извини, девочка, ничего личного. Вы? Слышь ты, где моя дочь? Если ты обидишь Дину, я тебя размажу. Я не знаю, где она. Она была здесь минут 20 назад, но она ушла. С ней что случилось? Это ты мне расскажи.
То, что я сказал. У нее отключен телефон. Она никогда раньше телефон не отключала. Ну что, лебедь, слить меня захотел, да? Только у меня козырь есть, который все твои карты бьет. Показать? Смотри внимательно. Слушай, позвони мне, если, конечно, хочешь, чтобы... Твоя дочь вернулась целой невредимой. А ты любящий отец, оказывается, быстро позвонил. Чего ты хочешь? Я хочу свой завод. Я хочу, чтобы все... Дела по Мокрухе были закрыты. Я хочу получить бумаги, которые Чесняков передал мальчишке. Вот что я хочу. Я обещаю тебе, я во всем разберусь. Только ты Дину не трожь, ладно? Ага. Ты уж разберись. Подумай. Адрес потом сообщу. Время пошло. Я сам отвезу ему бумаги. Как думаешь, Дин, пожертвует твой папа всем ради тебя? А я вот не знаю. Я только понял за всю свою жизнь, что мужика любовь делает слабым. Это плохо. Как мы докатились до такой жизни? Я же тебя маленький, вот такой помню. Дед Морозом приходил, вот ты не помнишь. Да. Куда все подевалось? А все папа твой. Да, в общем-то, я хорош. Слушай, по-моему, ослабла, а? Ну, не дергайся, ты больно не сделай. Ну, что ты как маленькая. Пап, где ствол? Какого черта? Какой ствол? Ты все сделал, как я сказал? Да, я избавился от старой машины, нашел новую. Где ствол? Слушай, забудь ты про этот ствол. Я тебе сказал, заляг на дно. Я сам разберусь. О, да! Пап, это что, Дина? Что происходит? Да, это Дина. Она нам поможет решить все проблемы. Все. О, да! Заляг на дно, чтобы я тебя не слышал. Игорь! Игорь! Я не слышу. Это третья? Да. На четвертую давай. Да не кричи, не кричи, он тебя все равно не слышит. Вот и прямо, а. В детстве был прямо, и сейчас прямо. Давай ствол. Слушай, а если он... Ну, если он завалит этого инвестора? Нет. Твой папа нас отмажет, да? Отмажет. И ты поможешь. Ты же тоже виноват в этом. Что с этой ситуацией приобрела такую... Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Ну что, пойдем? Нет, Костя, оставайся в машине, я сам. Чего, я тебя одного не оставлю. Отлично. Блин. А, держи, мне так спокойнее будет.
Тихо! Кто там? Ты я. Иди сюда. Принес? Да, я принес документ. Покажи, что в карманах. Быстро. Пистолет брось. Иди сюда. Феликс, ты что, правда думал, что тебе стол пригодится, а? Я таких, как ты, 20 лет назад голыми руками просто душил пачки. Так, ага. Другой разговор. Значит так, я пошел, а ты стой на месте, а то пристрелю. Еще я хотел посмотреть в глаза человеку, который бросил собственного ребенка в роддоме. А это кто тебе рассказал? Что, Чистяков, что ли, гнида? Я и есть тот ребенок. Но вообще-то врачи сказали, что он ходить не сможет, что он калека. Обо мне позаботились. Приемные родители, Круки. Они сделали для меня все, чтобы я мог ходить. А ты, родной отец, сначала бросил меня, а потом приказал моих родителей убить. Ой, ну только не плачь, ладно? Во-первых, я не твой родной отец. Я женился на твоей маме, когда она была беременной. А твой папаша Павел Чистяков. Вот такая ирония судьбы. Родной отец сделал все, чтобы сын попал в детдом, только не плакал. И еще, я не приказывал убивать твоих родителей. Это Лебедев. Он, ее папаша. Живите, ребята, богато. Не надо было, Витя, трогать мою дочь. Папочка, да? Не надо. Он не сделал тебе ничего? Знаешь, каково это? Жить в тени умершего брата. Всю жизнь с тобой боролся. Ты победил. Теперь у меня нет никого. Ни невесты, ни отца, ни матери, которая прибежит к тебе, когда узнает, что ты жив. Ты уничтожил мою семью. Разрушил мою жизнь. За что? За что? В чем я виноват перед тобой? Богдан, успокойся. Я всегда мечтал иметь брата. Такого, как ты. Ты же не Соболев. Ты же не будешь стрелять. Опусти пистолет. Ты сделал меня таким. Богдан, я прошу тебя, пожалуйста, опусти пистолет. Я все решу. Поздравляем!
Девочка, поздравляю, тебе удалось усмирить самого заядлого холостяка. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Желаю всю жизнь прожить душа в душу. Спасибо. И много детей. Все, пока. Как там папа? У него все в порядке. Была на днях у него в колонии. Передавал поздравления. Очень рад за вас с Костей. Спасибо. Ты теперь официально президент завода. Все документы я проверил. Ну и расслабляться не стоит. Главная битва у нас еще впереди. Как только Соболев выйдет, нас ждет настоящий бой. Костян, давай о делах потом, ладно? Ты про Богдана что не слышал? Его машину нашли затопленную в реке, но тело не обнаружили. Как год назад исчез, так и все. Слышал, что Лебедев пошел на повышение? Так, чш. Мы о нем не говорим. Хорошо. Дина поссорилась с отцом. Так, все. Ладно, давай, поздравляю я тебя. Ясно, моя жена. Я так не привыкну. Так, сейчас у нас банкет, а потом фотографии. Ну что, спят? Да, ваши девочки спят. Спят? Да.